на Енисее. Владимир Каратаев встретил нас угощениями. Сам сварил кофе, купил торт. Многое в квартире он сделал своими руками. Например, кухонный гарнитур или люстру из старого колеса от телеги. А столом служит надгробная мраморная плита, которую ему когда-то подарили. Только обладая особым чувством юмора, можно из такого мрачного подарка сделать нужную в хозяйстве вещь. А в углу комнаты альпинистское снаряжение. Именно оно было на Владимире в 1990 году во время восхождения, перевернувшего его мир. Это по-настоящему уникальные кадры той экспедиции. Советские альпинисты совершают восхождение на соседнюю с Эверестом вершину – восьмитысячник Лхо-Дзе. Причем идут по труднейшему маршруту – южной стене. В команде 17 человек. Многие сошли с дистанции из-за тяжелейших условий. На высоте 8000 метров очень разреженный воздух, а мороз достигает 50 градусов. И только двое добрались до самого верха. Это Сергей Бершов и дивногорец Владимир Каратаев. Самыми сложными для них оказались последние. Не 100 метров. Владимир работал на постраховке, это значит чуть меньше движения. К тому же он оставил себе полупустой баллон с кислородом, отдав полный своему товарищу. Эти, казалось бы, мелочи в итоге стали роковыми. А время как-то летит быстро. Вот казалось бы, вот утром мы вышли, там целый день впереди, да? И вот он уже выходит на гребень, уже все это дело выходит. А солнце уже где-то за горизонтом садится. Представляете, да? И пока вот я к нему подхожу, уже солнце село. И пока мы на вершину поднялись, уже вечер. Вот не сидели, ничего. Ну, мы не ели, не пили. Вот мы целые сутки, целый день вот работали, да? Во время спуска к так называемой пещере, где альпинисты ночевали, Владимир потерял часть снаряжения, чуть не сорвался и в итоге на какое-то время потерял сознание. Он смог добраться к своему напарнику только под утро. А потом пятидневный спуск к палаточному лагерю, который дивногорец преодолел сам, хотя уже не чувствовал рук и ног. А у меня организм, центральная нервная система так сработала, чтобы для того же, чтобы сохранить ядро, он начал отключать периферию. 5 лет боли и борьбы, множество операций, тяжелой депрессии – это цена того восхождения. За экспедицию Владимир Каратаев получил орден Ленина. Ему очень помогли друзья, как альпинисты, так и в Крайспорткомитете. Владимир стал работать с детьми в дивногорской школе по горным лыжам. Через 7 лет после обморожения он покорил 6-тысячник в Гималаях. Стал совершать прыжки на параплане. Я 15 лет успевал и что-то сделал. Я вот пытался успеть научиться фотографировать, я вот еще и, чего-то получается все. Я хочу успеть еще, пожить еще, хотя бы год успеть. Как я вот уже 60, еще будет что-то успеть. Вот у меня какая программа, успеть еще чего-то. Вот поэтому я и стремлюсь быстрее еще что-то.